Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом обзоре расскажу про детские смарт-часы Smart Baby Watch LT31E. В описании под видео вы найдете подборку ссылок на магазины с выгодными ценами и актуальное наличие. Чтобы не пропустить новое видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик для уведомлений. Ваша поддержка важна для развития канала, поэтому делитесь впечатлениями в комментариях и ставьте лайки. Эти умные часы оснащены большим спектром полезных и необходимых функций, помогающих организовать родительский контроль и максимальную коммуникацию с ребенком. Корпус детских умных часов полностью пыленепроницаемый и надежно защищен от влаги. Часы не нужно снимать при умывании или если попали под дождь, но нельзя использовать на уроках по плаванию. Часы соответствуют популярному стандарту IP67. Его вполне достаточно для удобного использования часов в повседневных ситуациях. Часы обладают небольшим дисплеем, на который выводится вся необходимая информация. Цвета модели представлены в ассортименте. Ремешок имеет достаточную регулировку, поэтому часы подойдут для различного возраста. Основным средством коммуникации в часах выступает модуль сотовой связи, который позволяет совершать исходящие звонки или принимать входящие, используя сим-карту мобильного оператора, которая устанавливается в часы заранее. Для данной функции в часах предусмотрены динамик и микрофон. Также часы поддерживают функцию видеосвязи. Дети смогут совершать звонки буквально с запястья, используя записанные заранее контакты своих близких. В часах можно использовать любые сим-карты размера микросим. GPS-трекер. В любой момент вы сможете увидеть точное нахождение своего ребенка через специальное приложение. Одной из самых интересных функций является опция незаметного ознакомления с обстановкой, в которой находится ребенок. В этом режиме можно скрытно позвонить на часы и послушать, что же там происходит. Большое внимание разработчики уделяют безопасности ребенка. В случае экстренной ситуации смарт-часы помогут позвать родителей на помощь нажатием всего одной кнопки SOS. Установка специальных зон безопасности, при выходе ребенка из которых вы незамедлительно получите сообщение. Я выбрала основные моменты, о которых говорят пользователи, и сейчас ознакомлю вас с ними. Сначала отрицательные. Неточный GPS. Не всегда коннектится с симкой. Негромкие. Нет виброзвонка. На руке не очень удобно носить. Теперь перейдем к положительным. Простые, удобные, ничего лишнего. Ребенку нравятся. Яркие, симпатичные. Слышимость неплохая. Качество сборки приятное на ощупь. Можно забить до 10 номеров. Напоминаю, что подборка ссылок на магазины с лучшими ценами ждет вас в описании под видео. Для того, чтобы следить за выходом новых роликов, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Жду вашу поддержку, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».